Производственная группа «Лига». Завод интерактивного оборудования и устройств самообслуживания. «Веер-молл» — это новый современный торговый центр, открытие которого состоялось в начале 2021 года в Екатеринбурге. «Лига» разработала и произвела навигационное решение для торгового центра, двустороннюю сенсорную стойку и программное обеспечение «Лига-навигация». Стойка выполнена из прочного стекла с уникальным брендированием, а интерфейс программного обеспечения понятен и удобен в использовании. Он позволяет быстро находить на карте интересующие точки и прокладывать до них маршрут. «Лига-навигация» состоит из нескольких блоков: трансляция рекламных роликов, список магазинов с их описанием, 3D-карта со сменой этажей, названием и поиском магазинов как по названию, так и по категории. «Лига-навигация» удобна в администрировании. Все устройства синхронизируются в режиме реального времени и настраиваются удаленно через личный кабинет администратора. Для управления программным обеспечением специалист с навыками программирования не нужен. «Лига-навигация» — это комплексное решение для торговых и бизнес-центров, парков, музеев и выставочных центров. Производственная группа «Лига». Решение будущего сегодня.